Да. Сюда. О, наконец. Тебе известна история попыток и неудач. Надежды были утрачены. Кроме одной. Твое касание. Искра. Искра, что спасет мир. Стой! Не касайся пьедестала. Минерва? Ты. Но как? Ты ушла. И уничтожила машину. Ты думала, машина одна? Что тут происходит? Не выпускай ее. Выпускать? Юнона давно мечтает оставить эти стены. Я объясню. Пока мы спасали этот мир, она пыталась захватить его и использовала наши машины против нас. Нумерология. У существования есть код. Понять этот код значит покорить время. Это была моя цель. Я создала помощника, Глаз. Но она присвоила его. Мы раскрыли ее планы и пресекли их. Затем мы ушли. Но сначала вас звали к вам, чтобы вы попытались снова. Думали, без нее это безопасно. Я вижу, мы ошиблись. Она выжила, выдержала и начала свои козни. Сотни лет я и Тиния ходили по всему миру, пытаясь возродить цивилизацию. Стараясь передать вам наши знания, мы были не одни. Но несмотря на все наши усилия, нас все равно ждала смерть. Но перед встречей с нею я посмотрела на вас. Удалось ли нам? Поэтому вы здесь? Я думала, что вы придете сюда и завершите наш труд. Но вы опоздали. У вас были сотни лет. Вы потратили их впустую. На грызню с тамплиерами. И вы упустили свой шанс. Вам не удастся остановить конец, Эзмунд. Лишь выжить. Она лжет. Коснись пьедестала, и мир будет спасен. Лучше миру погибнуть, чем подчиниться ей. Неужели? Покажи ему. Но он не поймет. Это сложно. Это... Покажите. Послушай Минерву, и солнце возьмет свою. Земля извергнет огонь в небеса. Весь мир заполыхает. Но это не станет концом света, лишь его предвестником. Придет тьма. Потом явишься ты и решишь предотвратить новый приход этого ужаса раз и навсегда. Ты станешь для выживших символом надежды, знания, решимости. Ты вдохновишь их возродиться, вернуться к жизни. Мир излечится, а с ним человечество. Но ты лишь человек, уязвимый и смертный. Ты покинешь мир, оставив о себе лишь память, свое наследие. Ты станешь для потомков героем. После легенды, а со временем Богом. Жестокая судьба — написать призыв к добру и видеть, как его толкуют во зло. Видеть, как твоя попытка спасти мир губит его. Теперь ты видишь, все это повторится вновь. Так скажи, чем это лучше? Она пожертвует тобой и всем миром, лишь бы только не отдать мне мою победу. Они поработят вас, Эзмунд. За это ты борешься. Ради этого пришел сюда. Разве свобода значит для твоего мира меньше, чем жизнь? Какая жизнь? Какая свобода? Миллиарды вымрут, все начнется заново. После нашего ухода этот мир знал только ужас и боль. Свобода наш дар им, а ты хочешь его отнять. Хватит! Не делай этого.
Какие бы козни Юнона не строила, мы остановим ее. Но твой вариант, там просто нет надежды. Если освободишь ее, умрешь. Это случится мгновенно. Больно не будет. Не смей. Поздно, Минерва. Все решено. Ну что ж, живи и умри, пожиная плоды этой ошибки. Уходите. Все. Быстро. И как можно дальше, слышите? Идем с нами. Мы найдем другой способ. Нет времени. Сын. Ты все знаешь. Процесс уже начался. Надо действовать. Уходите. Идите. Глобального северного сияния. В жизни не видели ничего подобного. Очевидцы сообщают о бушующих грозах и целом ряде необычных погодных явлений. Рекомендуем всем жителям не покидать свои дома и ожидать. Геологи сообщают о сейсмической активности по всему Огненному кольцу. В северо-восточной Канаде наблюдается сильнейшая за всю историю. В результате с ростом интенсивности выходят из строя спутники и трансформаторы. Свои отключения, похоже, снижаются. Наблюдается остаточная вулканическая и сейсмическая активность, но ничего подобного недавнему. Безусловно, полный подсчет нанесенного урона еще предстоит провести экспертам всего мира. Но, можно сказать, худшее позади. Мы расскажем больше, как только появятся новости. Все. Мы спасем. Ты получил свою дозу. А теперь пора и мне получить свою. Thank you.
Thank you.